Общая, значит, обстановка такова, что мы заявляем, поезда будут ходить. Люди не должны беспокоиться. Единственные моменты, которые мы сейчас внимательно рассматриваем, это так называемую загрузку направления. Есть такой термин «населенность вагонов». Они достаточно низкие на этом направлении, потому что жители Приморского края Владивостока предпочитают пользоваться, конечно, автомобилями для того, чтобы приехать в аэропорт и улететь.